Так, дети, ваше домашнее задание на следующий урок – принести глину из рая и объяснить, почему она из рая. На этом урок окончен. До свидания. Здравствуйте, дети. Кто помнит домашнее задание? Кто готов? Игорь, к доске. Я принес горшок, из которого пьют воду. Вода – источник жизни. Следующая, Саида, к доске. Я посмотрела в интернете, там написано, что эта глина самая дорогая. Я думаю, что она из рая. Еще кто готов? Малик, не волнуйся, идем к доске. И это из рая? Это земля, по которой ходила моя мама. Под ногами наших матерей находится рай.